Идея провести фестиваль моды и красоты в Сарове у Елены Бабиновой появилась давно. Поначалу женщина старалась осуществить планы в одиночку, но после поняла, что масштаб мероприятия становится больше, и без помощи друзей и коллег не обойтись. И вот мечта Елены воплощается в жизнь. 7 июня в Центре поддержки предпринимательства пройдет первый фестиваль моды в Сарове «Модный базар». Мы очень давно этого хотели, мы все не знали, как к этому подступиться, долго думали, долго готовились, это все-таки не совсем такое простое мероприятие, и мы хотим, чтобы у нас все получилось, чтобы было весело, задорно, модно, и планируем, да, его и дальше проводить. На модном базаре гости смогут сфотографироваться в дизайнерских костюмах, посмотреть книги о моде, а также попробовать себя в роли модельера и составить свою палитру настроения. А для тех, кто любит часто обновлять гардероб, но не хочет тратить на это деньги, организаторы подготовили специальную площадку «Дресс-кроссинг». Привезли в город несколько дизайнерских коллекций. Это мои подруги, которые работают дизайнерами в других городах нашей родины, из Екатеринбурга, из Пятигорска, из Луганска. Также на фестивале гости смогут посмотреть вебинар с московским историком моды Андреем Радвогиным. Он расскажет модницам о современных тенденциях в одежде. Информационными спонсорами модного базара выступают канал 16 и сайт Саров24. В интернете проходит розыгрыш билетов на модный базар. Два билета получат подписчицы группы «Мода в Сарове» ВКонтакте и подписчицы группы «Саров24» там же ВКонтакте. Заходите. Делайте репост. Условия очень простые. Нужно сделать репост, сохранить его до проведения розыгрыша и получить шанс получить билет на первый в Сарове модный базар. Розыгрыш билетов на модный базар пройдет в этот четверг, 6 июня. А 7-го все желающие смогут прийти в Центр поддержки предпринимательства и окунуться в мир моды и красоты. Начало в 18:00. Более подробную информацию можно получить в группе ВКонтакте «Мода в Сарове». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».